Завершена выдача единовременных выплат. Напомним, в январе всем неработающим пенсионерам полагалась доплата в размере 5000 рублей вместо индексации за 2016 год. Тем, кто выплату забрать не смог, беспокоиться не нужно. Полагающиеся 5000 они получат вместе с февральской пенсией, которая для неработающих получателей вырастет на 5,4%. В среднем по области увеличение составит где-то 450 рублей. И средний размер пенсии по области с учетом индексации с 1 февраля составит чуть более 12 800 рублей. Если быть точным, 12 880.